О, да. Рикардо Милос Экзе, ребята. Внимание! Слабым и беременным не советуется играть. Не советуется, понимаете? Не рекомендуется, а именно не советуется. Это очень важно. Автор, видимо, поклонник Советского Союза, поэтому у него не советуется. Также, если вы не можете пройти на хорошую концовку, то нажмите вот сюда, на эту вот залупку, да? А если просто хотите начать играть, нажимайте на S. Здравствуйте, друзья! С вами Декарт, и это Windows Exe новое. Вроде бы обещает быть довольно качественной, судя по отзывам, которые я увидел на Game Jolt, когда скачивал эту игру. Это называется Windows RM. Почему RM, я не знаю. Мы сейчас это с вами, что называется, поймем, наверное. Вот он, Windows RM. Устанавливаемый язык русский. Формат времени русский, место ввода... Метод ввода русское. Ну, я думаю, что нам подходит, да, в принципе. И понеслась установка, ребята. Ух! Ух, увлекательно! Че, серьезно, вот это ждать до конца, что ли? Подождите, идет установка компонентов. Мы можем почитать, пользуясь случаем, да, дарованным нам. Вот эти замечательные названия файлов, это же так интересно. Zoom, NW, UP какой-то, S12U. Увлекательно! Увлекательно, ребята! Давай, давай, Windows, давай! Во имя Билла Гейтса из ада, вперед! Windows RM была установлена на ваш компьютер. Все, адский Windows пошел. Перейти на рабочий стол. Вы принимаете нашего талисмана операционной системы, который появился и танцует? Ну, если он уже появился и танцует, ну чё уже не принять, правда, Рикардушка? Давайте примем. Сколько печений вы дадите Рикардо Милосу? А сколько можно? Ну, давай ему 666 печений. 5 максимум, что ли? Ну, давай, дать печений. 12.00. Пятница, 13-е. В декабрь 2019 года. О, слушайте, да мы в будущее переместились, ребятки, на 2 месяца. Замечательно. Ну ладно. Я сейчас, кстати, записываю это 14 октября. Ну, чуть на один день меньше, чем на 2 месяца. Хорошо. На Windows нажим. Очистка файлов Рикардо Милоса. Мы проверяли вас на прочность. Файлы Рикардо Милоса никак не относятся к операционной системе, поэтому система будет стандартной, как Windows 7. 8, 10 и так далее. Как все сразу будет. Такая охеренная система. Windows 7, 8, 10 потрахались. И родилось вот оно, да? Будут видны файлы на рабочем столе. Поздравляем, вы прошли испытание владеть операционной системой. Какая проверка на прочность? Какие испытания? Что происходит? Игра. Игра, ты мне это самое, не ерунди, я ни хера не понимаю, чё, автор, что творится? Ладно, Рикардо Милос нас на что-то проверил, я не понимаю, на что, возможно, слушайте, может это была проверка на сексуальную ориентацию? Может быть, дав печенье Рикардо Милосу, я доказал, что я гей, которого привлекают вот эти движения или что? Я что? На что проверка? На что проверка? Ладно, в общем, неважно, давайте мы приступим, значит, к тому... Что подождем еще одну загрузку, потому что это ли не прекрасно в компьютерных играх? Загрузки. Самое интересное в игре, и это знают все и всегда знали, установка. Установка игры. Вот я помню еще, когда маленький был, GTA устанавливаешь, San Andreas вот устанавливаешь. Что самое интересное? Конечно, смотреть, как она загружается. Вот эти процентики набегают. Ух! Ух! Так, Windows RM. Завершено. Перезапустите операционную систему. Вы прошли на хорошую концовку. Можно получить 3 концовки. Плохая. Я уже прошел. Так, подождите. Давайте. Хорошо, я понял. Давайте еще раз откроем. Так. Я прошел на хорошую концовку. Мне это удалось каким-то чудом. Да? А там написано, нажмите сюда, если не можете. Да серьезно, что ли, опять? Да ну нахрен, автор! Это как вообще понимать? Наверное, надо отказаться сейчас от Рикардо Милоса. Правильно, надо сказать нет. Я не принимаю талисмана, который встал и танцует, да, трясет своими яйками. Не принимаю я его. Ну, для этого надо, конечно, дождаться загрузки, а это ж пипец, ребят. Ну, ждем, что делать. Блин, это если я захочу получить еще одну плохую концовку, мне опять надо будет эту загрузку смотреть. Ну, серьезно, да? Давайте перейдем на рабочий стол. Так, вот он пляшет. Пошлем его нахрен, ребят. Пошлем его нахрен. Не принять.
Вы обидели операционную систему, ведь Windows RM это Windows... А, так вот оно, это Windows Рикардо Милоса, понятно, понятно. Как вам не стыдно? Похоже, вы не заслуживаете иметь эту операционную систему. Лицензия закончилась из-за обиды. Мне пофиг, господи, я не знал, простите. Ребята, господи, я не знал, простите, я не знал, что это будет. Да ладно, на самом деле игра вроде неплохая, она забавляет. Так, ну что, давайте попробуем... Господи, я не знал, простите. Дайте мне пофиг, идем до конца. Мне пофиг. Ох, иди пляши, иди в другом месте, да. О-о-о, да. Рикардо Милос Экзе, ребята. Все мы знали, что до этого дойдет, как только увидели эти замечательные пляски. Поэтому, чё, собственно, удивляться, да? Вот оно, истинное Экзе. Истинная экзешность пошла. Так, что дальше? Серийный номер. Серийный, блин. Обсерийный просто. Знаете, как на эту рожу посмотришь? Перейти в командную строчку. Введите серийный номер и нажмите далее. Если у вас нет серийного номера, вы можете его купить на основном сайте Microsoft. А если вы не хотите покупать серийный номер и у вас его нет, то вы можете удалить операционную систему, нажав на текст «Удалить ОС». А еще можете воспользоваться командной строкой. Я просто подозреваю, что... А если я просто заполню до конца, типа? Ну, тут видите, тут нет «далее». Еще вы можете воспользоваться командной строкой. Ну, давай. Напишите команду в строке, нажмите Enter, чтобы отправить команду. Также любимые цифры операционной системы. 3, 5, 4, 2, 1, 6, 9. Возможно, можно найти файлы ОС среди цифр команды для поиска файлов. Fine. Чё? Блин. Ну, давайте попробуем. Find 3. Хорошо. Еще раз. Find 5. Просто 3, просто 5. 4, 2, 1. 3, 3, 5. 4, 2, 1. 6, 9. Давайте, хорошо, давайте... Find 6. Я не знаю, ребята. Я не знаю, это какая-то залупа. Я ничего не могу. Вернуться. Удалить ОС. Ну, конечно. Вот когда начинается истинное веселье. Значит, наименование, операционные файлы, файлы Рикардо Милоса, брат, прощай, создание операционной системы платформы, чтобы мы смогли установить другую операционную систему, да? А есть еще такой вариант, вот мы сейчас все это дело удалим, посмотрим, к чему это приведет. Есть еще вариант принять Рикардо Милоса и дать ему 0 печенек, наверное. Как он на это среагирует, если не дать печенек Рикардо Милосу? Мне просто интересно. Ну, давайте мы... Слушайте, Рикардо Милоса, там файлы-то капец какие. Я не понимаю, там что, мышцы его удаляют? Чё так много? Очень долго. Все остальное уже вот это почти удалилось уже. А это прям что-то долго. Ну, давайте подождем. Возможно, когда завершится удаление операционной системы, нам выскочит скримерная рожа Рикардо Милоса. Я бы не удивился этому. На самом деле. Ах. А какую игру я нашел, да? Вот это... Эх, я умею, да. Я не перестаю вас удивлять уже спустя, наверное, несколько лет существования моего канала, тех, кто давно на нем подписан и смотрит. Каждый раз я каждый раз умею найти прям вот конфетку, а не игру. Вот я умею. Это талант. Это, ребят, талант. Талант, как говорится, не пропьешь. Ну, так как я не пью, в моем случае, талант, как говорится, шоколадками не проешь, да? Поэтому давай уже! Ну! Но, брат, ну прощай уже окончательно, в конце концов. Сколько можно... Удаление завершено, вы получили плохую концовку. Можно получить плохая, хорошая. Понятно. Давайте же теперь попробуем тогда... А ну-ка, что будет? Зайди в командную строку и написать команду find 3542169. Затем вам дадут серийный номер. Слушайте, а это интересно. Find... Блин, ну это надо запомнить, я не знаю. Find 3542169. Давайте запомним. В принципе, здесь именно в таком порядке эти цифры и установлены. Вот я вновь на интервале, на моменте с командной строкой. Давайте попробуем. Find, значит, 3534216 9. И мне сейчас дадут серийный номер, правильно? О, название ser-number.dll.
Чтение 3.2.4. Ёперный чат. А чё так всего много-то? О, пожалуйста. Вот оно. Далее. О, сколько печенья вы дадите Рикардо Милосу? Ноль. Вы жадные! Чё? Я успел прочитать только что, мы жадные, ребят. Ну и на этом, я так понимаю, все. То есть, если бы я сейчас, получается, ввел этот серийный номер, дал ему много печений, то мы тогда бы прошли бы к хорошей концовке, как это было в самом начале игры. То есть, тут как бы есть два варианта пройти к хорошей концовке. Либо сразу принять Рикардо Милоса, дать ему много печений, либо вначале послать его нахрен, а потом все равно ввести серийный номер, дать ему печенье и так далее. Видимо, это так работает. Но мы жадные, ребята, поэтому мы сейчас получим жадную плохую концовку, судя по всему. Ну что ж, на этом сейчас игра будет завершена, я так понимаю, ничего нового нас тут не ждет же? Не ждет, да. Мы получили плохую концовку. В общем, такая игра, давайте на этом мы будем заканчивать. Если понравилось это видео, если понравился пляшущий Рикардо Милос XZ, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь, жмите колокольчик поделиться, рассказывайте друзьям, вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.